Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум или же Александр, и сегодня нас с вами ждет последняя эпичная битва человечества против зомби в игре под названием Ultimate Epic Battle Simulator часть 2. И если вам понравится этот видос или вы захотите меня поддержать, вы можете это сделать с помощью лойков. Итак, друзья, предыстория. Зомби заполонили всю планету. Они расплодились, их тысячи, их сотни тысяч, их миллионы. И последние люди решили укрыться за стеной вот в этом городе. В древнем средневековом замке. Это даже, я бы сказал, комплекс каких-то вот оборонительных сооружений. И людей тут и правда много. Около 234 240. Но зомби тем временем 3 728 847. Почему-то они постепенно убавляются, хотя битва не началась. И вот так выглядят, друзья, эти люди. Это у нас спецназ, да, потому что действия происходят в современном мире, и они как бы, ну, вооружены с иголочки, по последнему слову техники. Их много, кто-то сидит на стенах и готов отстреливаться и оборонять последние силы людей. Кто-то вышел за стену, потому что места ему не хватило. А как быть, а как быть, а как ты будешь, если места нет? В общем, я бы всех разместил на стенах, но это просто невозможно физически. Игра такого не позволяет. Ну а на той стороне, друзья, обычные зомби. Их много, они готовы грызть, они готовы кусать. Тут тебе и мужчины, и женщины. Не хватает только бабушек и дедушек каких-нибудь. И с высоты птичьего полета картина складывается не очень приятная. Посмотрите, сколько их тут. Вот эти все темные квадраты — это силы тьмы. Зомби. Ну что ж, давайте не будем медлить, а просто начнем эту битву и посмотрим, удастся ли последним людям выжить и справиться с натиском таким. Какая дальность стрельбы у них, не совсем понятно. И почему я, друзья, выбрал именно этих ребят? Ну, потому что... О, битва началась. Отстреливаются. Потому что им некуда бежать. Да, спецназовцы любят убегать, в случае чего. Они постоянно отступают, но... Здесь им бежать просто некуда, зомби со всех сторон. Посмотрите, как они ведут огонь шквальный. Но зомби приближаются, да, медленно, но они все-таки умудряются приближаться. Натиск, 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 slow motion. Кто-то вырывается вперед, кто-то остается позади. Огонь ведут просто со всех орудий. Я не знаю, возможно, зомби даже подбежать не успеют. Началось, зомби подбежали. По крайней мере, здесь. Здесь не так много было пехоты людской, поэтому зомби смогли подняться на холм. Забегают наверх и вот-вот начнут откусывать ноги и руки. Чел, тут война идет, между прочим. Ты ничего не перепутал, От тебя зависит выживание человечества. Ты сидишь тут, это... Стоишь, точнее, улыбаешься. Так, ладно, как это выглядит? Опа, 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 опа. Давайте посмотрим, что творится здесь. Они врываются через главный вход. Посмотрите, друзья. Это... О, а тут они не прорвутся. Это бутылочное горлышко. Здесь зомби не смогут прорваться. Посмотрите, их сдерживают в этом горлышке. Они начинают окружать людей с других сторон. И как это выглядит сверху? Откуда зомби прорвались? Ну, пока на самом деле особо нигде они не прорвались. Потери у зомбарей, конечно, есть. Но вы посмотрите на эти тучи. Как же это выглядит круто. Город... Везде кто-то куда-то стреляет, а зомби продолжают течь, словно река, и затекать, словно в щель в этот замок, но никто не может попасть внутрь. Возможно, зомбарей стоило сделать немножечко более толстыми. Кстати, тут смотрите, они напали на людей. По крайней мере, внешнюю оборону людей они смогут пробить, я думаю, не сразу, но здесь они вгрызаются в ряды стройные человеческие и... Все-таки, я думаю, здесь они, да, тут они почистят территорию от людей. Хотя так много хп у этих, у спецназовцев, что я даже и не знаю. Сколько у зомби? Всего лишь 200. Но зомби за счет количества должны брать. Их все-таки в 15 раз больше, по самым скромным подсчетам. Когда они зачистят внешнюю оборону, возможно, им будет проще попасть внутрь. Вау, ты посмотрите, что творится, друзья. Посмотрите, 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 сейчас покажу. Гора, просто сейчас трупами завалят весь вход зомби. И они не смогут внутрь зайти. Интересно, у этого чувака хп все еще 300, смотрите. Ничего себе, никто его даже ни разу не укусил. Жесть.
Зомби сами себе враги, получается. Сами своими телами закрыли проход. Так, ну что, внешнюю стену здесь почистили? Да, смотрите, зачистили. И здесь практически зачистили. Было бы прикольно, если бы они как в «Войне миров Z». Помните, да, фильм, друзья? Что зомби друг на друга запрыгивали и перелазали через стены. Это было круто, и если бы здесь можно было бы сделать что-то подобное, было бы просто офигенски. Жесть, в глазах рябит просто от выстрелов. Чё творится? Какое-то безумие полнейшее. Погибших среди людей есть, есть, слушай, довольно много. Но слишком удачное место для обороны. Если бы тут были ограниченные боеприпасы у людей, тогда у зомбарей были бы шансы. Мне кажется, они просто не смогут пройти внутрь замка. Тут они тоже завалили все своими телами. Что творится? Из-за выстрелов, конечно, рябь дикая. Может, с одной из других сторон есть более подходящий проход. Ой, а здесь вообще, смотрите, как они держат оборону. Здесь подходящий проход, и здесь зомби могли бы пройти, но они сами попали в узкое горлышко в этом месте, да? Два озера их зажали между собой, они как между молотом и наковальней. И добраться до этого прохода они уже не могут. Хорошо, что с этого фланга у нас происходит, друзья. С этого фланга у нас тоже происходит безумие. С нескольких стен сразу умудряются стрелять. Смотрите, с этой, и с более высокой, и здесь еще зомби не могут добежать. Маловато их на одну точку. Но здесь они добегают, и возможно, когда вот тут они смогут людей хотя бы пару раз цапнуть, уменьшить их количество, они и тех прижмут. О, они ворвались внутрь. Почти, но тела падают, посмотрите. Тела просто падают. Тела просто падают. Чуф-чуф-чуф-чуф-чуф-чуф-чуф-чуф. Жесть, они прямо скатываются с этой горки. Слушай, а если эта горка увеличится до таких размеров, что она будет уже и здесь, тогда они по этой горке смогут и на стены забегать, по идее. Теоретически. Тут они просто толпятся, роятся. Тут у нас что происходит? В полном окружении люди, но все еще держатся, и держатся хорошо. Тут произошла полная зачистка, как и было задумано. С этой стороны проход практически завален уже полностью трупами. Я даже камерой там пролететь не могу. Вы видите? Не, ну вы это видите? Ну сколько хп у тебя? Все еще 300. Даже те, кто стоят в первых рядах, они вообще никак не пострадали. По 300 хп у каждого. Что тут происходит? Тут еще не зачистили. Странно. А зомби не могут подобраться. Смотрите, они тут застревают. Вот тут они застревают, и... Ай, какое удобное место для людей на этих скалах. Тут они тоже особо прорваться не могут. Но я не верю в то, что зомби могут победить. Опять же, люди на скалах стоят, посмотрите, как удобно. Зомби толпятся тут. Не знают, как забраться. Я даже и не знаю, друзья, какой из проходов может быть полезным. Зомбарей, конечно, еще очень много. Все еще в 15 раз больше, чем людей. Но ситуация для людей складывается супер офигенно. Супер офигенски. Ну и зрелище, конечно, офигенское. Это все зомби, друзья. Напоминаю, все это зомби. Город. Сфотал для превьюшки, друзья. Заскриншотил, чтобы, ну, красивая сцена была. Так, ну если бы хотя бы зомби смогли внутрь прорваться, блин. А тут же проход не один такой. Не один совсем. Тут же, смотрите, есть еще и внутреннее пространство, да, и как бы, как туда попасть? Даже если вы прорвались через внешнюю стену, то через внутреннюю зомби уже не смогли бы пробраться. Надо было зомби усовершенствовать, сделать их более толстыми раза в два. Тогда, вероятно, у них были бы шансы. А сейчас я уж и не знаю. Можно будет потом попробовать, друзья, как думаете? Сделать зомби более модифицированными. Быстрее, сильнее и живучее. Раза в два. Тогда они смогли бы добегать, успевать. А здесь они просто не успевают. Горы, горы, горы тел. Кругом и всюду. Вот этих жалко больше всего. Они даже не смогли понюхать человека. Не то что укусить. Они даже увидеть его не смогли. Бегут все куда-то, бегут и падают. Бегут и падают, бегут и... О, нифига! Марафонец! Бежал и забежал далеко.
Ну, самые эпичные, конечно, смогли добраться до стены. Но тут их уже ждал отряд спецназа. Жесткий и лютый скорострельный отряд спецназа. Что-то болтают там, что-то говорят, грейт, грейт, да-да-да. Для вас это грейт, а вот для зомбарей не очень. Или людей можно было в два раза меньше сделать, например. Ну как? У них даже если предположить на секунду, что у них бесконечные пули, да, бесконечные патроны, просто винтовки не выдержат такого количества выстрелов без отдыха. Они перегреются и просто сгорят. Это факт. И это, ну, они просто поплавятся, они перегреются, стволы станут кривыми, а возможно даже и прогорят. Нельзя так много стрелять из винтовки. Ей нужно остывать. Как-то я смотрел видос, как чуваки стреляют из калаша до перегрева. То есть меняют одну обойму за одной и постоянно стреляют. Автомат просто прогорает насквозь. Хотя калашников это довольно надежная пушка, да? Никто не будет, думаю, с этим спорить. И он прогорал просто. А вот эта винтовка М какая? 16-я, наверное, или как она? В общем, наверное, бы столько не выдержала. Хотя фиг знает. Может быть, современные модели. Да, ну нет. Везде нужно менять орудия. В танках орудия выходят из строя, в артиллерии выходят из строя. В пулеметах выходят. В пулеметах так вообще. Постоянно нужно стволы менять. А тут так... Жесть. Я на столе... Что внутри? Это все протекла уже тут кровь, да? О, посмотри. А как они пролазят здесь? Как они здесь пролазят? Безумие. Сами чуваки уже наверх забрались такие, блин. Встречают прям на входе. Вы видите, что творится? Уже на карачках нужно ползти внутрь. Офигеть. Так, ну тут хотя бы зачистили ряды людей. Нет, все еще не могут. Все еще скалы решают. Самые читерские чуваки здесь стоят. О, некоторые зомби смогли добраться и начинают даже бить и кусать. Забили прямо на наших глазах одного спецназовца. Жестко. Но здесь они не поднимутся. Вот это читерское место. Я даже не знаю, зомби просто стекаются. А, тут же еще спецназовцы, я их не видел. Их окружают, стекаются вниз. Ну просто пока они бегут вдоль стены, их так неплохо расстреливают. В этом фишка. Что у нас происходит на этой... здесь то же самое. Они уже начинают сквозь текстурки проходить. Ни много ни мало. Вот если бы не было озера и были бы пошире проходы. Эх. Ну, такое ощущение, что зомбарей прям стало во много раз меньше. Во много раз меньше. Они погибают, но не так быстро, как могли бы. То есть где-то по 1000 в секунду. Но это не очень быстро. А люди практически нет. Не погибают. Уже разница меньше, чем в 10 раз, друзья. Раньше было в 15 раз, а тут уже меньше, чем в 10. Так что, ну... Верю ли я в победу зомби? Хотелось бы. Но не верю. Люди просто читерские тут. Их нужно слабее сделать или зомби сильнее. Людям, например, скорострельность уменьшить вдвое. Допустим, это было бы справедливо. Можно еще устроить битву спартанцев где-нибудь тут, да? Поставить в небольшой проход чуваков и заставить с кем-нибудь сражаться. Например, вот с этой части замка. И вообще, друзья, если у вас есть идеи для каких-то столкновений, да, для каких-то баталий, пишите, конечно, их в комменты. Почитаем, посмотрим, что-нибудь обязательно реализуем. Вот здесь можно было бы, да, представить, что это не озеро, а скала. И с той стороны. И это такое будет фермопильское ущелье. Ну, почему бы и нет? 300 спартанцев, классика, друзья, классика. Так. Все же хочется, чтобы гора здесь тел зомбарявских. Так уже почти полностью проход закрыт. Слушай, если так и дальше будет продолжаться, вполне возможно, что они заберутся на стены.
И на стенах они смогут уже что-то делать. Интересно, чуваки умеют снизу вверх стрелять? Хотя вряд ли они побегут на стены. Они будут просто бежать как, ну, как бездумные какие-то существа на запах мяса. А запах мяса концентрированный здесь как раз таки. Вот он. Вот они, мясные головы. Целая куча. О, мясо, 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 мясо. О, отсюда умудряются отстреливаться даже с возвышенности. Нифига, у них дальность стрельбы впечатляющая. Реально, посмотрите, далеко атакуют. Даже отсюда умудряются. Даже отсюда единичные экземпляры стреляют. Эх, если бы можно было как-то телепортировать зомбарей. Слушайте, а давайте мы, знаете, что сделаем? Ну, шотган так себе. Взрыв атомный устроим, цунами. Просто цунами и зомби снесет. Флут. Потоп. Нюк. Давай нюк устроим. Люди совершили ошибку, и что-то произошло здесь. Такая вот ситуация случилась. Кто-то нажал красную кнопку, кто-то обезумел, и произошел большой бубум. Вы осмотрите. Все. Пол замка зачищено. У людей шансов теперь не так много. К ним будет проще забраться внутрь. Правда, и зомби практически все были уничтожены с той стороны. Не думал, что взрыв будет такой мощности, да? Я реально не предполагал. В общем, половину людей мы ликвидировали. Я думал, чисто проход расчистим слегка. Теперь зомби смогут оказаться внутри замка. И шансов у них будет поболее. Жаль, что стены таким образом разрушать нельзя, было бы здорово. Вот они, зомби уже оказываются внутри, смотрите, они уже бегут. И довольно много, интересно, куда они помчатся. А, наверное, их здесь тоже встретят. Зомбяшки, давайте, первая побежала женщина. Бежит, бежит, бежит. Жесть, она быстрая. Бежит одна, одинешенька, самая смелая, за ней еще дамочки. Сейчас людей начнут зажимать уже в капкан с этой стороны. А они будут тоже, наверное, отстреливаться. Сейчас первый зомби выбежит отсюда. Но вы бежите, нет? Вы где? А, они тут чувака кушают. Он тут один был. Все, теперь они побегут в этот проход. Ура! За зомби! Они внутри. А куда вы бежите? А, они сюда побежали. А их же будут расстреливать. А, отстой. А, здесь тоже чуваки были? Я их не видел. Туда нападайте, если вы побежите, все правильно. Вот туда бегите. Хотя, опять же, это внутренняя часть, она никак не занята. Ни в кого не стреляет, поэтому, типа, ну, они смогут нормально отстреливаться и здесь. Это были свободные стрелки. По большому-то счету. Если б зомби... Если бы был проход какой-нибудь вот тут... И чтобы зомби вот здесь прошли и напали вот с этой стороны, возможно, у них был бы шанс окружить. Но тут они даже не пройдут через этот проход. Вот спецназовцы слишком жесткие здесь, слишком. Разница все еще в 15 раз, но... Есть ли в этом какой-то смысл? Даже внешнюю стену не смогли зачистить толком. Хотя тут, например, зачистили и практически всех съели. Нормально, нормально, нормально. Результат хороший. Здесь они не пройдут никак. Здесь гора увеличивается. Может быть, смогут залезть на стену, но сомневаюсь. Что тут у нас? Полностью проход завален, но зомби проходят. Тут внешняя стена. Оборона. Уничтожена. Я не думал, что их съедят, а они съели. Классно, 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 классно. Зомби смогли здесь прорваться. Здесь... Вообще никак. Так, ну что, как там нам наша новая волна поживает зомбарей? Давайте посмотрим. А никак. А никак, собственно говоря, вообще никак, смотрите. Никак. Ноль шансов. Давайте я немного подожду. Я ждал, друзья, довольно долго. Минут 5, наверное, и мы пришли к тому, что люди практически перестали погибать. То есть вообще полностью. Ну, посмотрите.
Счетчик людей стоит на месте. Да, иногда он уменьшается на 1 на 2, но в целом люди смогли занять такие позиции, которые они никак не смогут проиграть, даже если сильно захотят. Здесь прохода вообще нет. Вообще никакого, это факт. Кстати, есть лестница, если что, они смогут подняться. Тут у нас что? В общем-то, тоже ничего. Здесь тоже проход, где он был, полностью завалено. Образовалась еще одна стена, и люди как стояли наверху, так и стоят. Зомби на саму стену залезть не могут никак, к большому моему сожалению. Я только об этом и думал весь ролик, но ничего не вышло. Как у нас дела обстоят на этом фронте, на этом фланге? Давайте посмотрим. Зомби скопились, по одному проходят и по одному погибают. Это их большая проблема. Видите, что творится? Вот сюда они пробегают, 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 а тут их встречают. Можно сказать, это даже такая своеобразная ловушка для зомби, что они не могут всей волной напасть на людей, и поэтому у них вообще нет шансов. Как, в общем-то, и тут. Тоже все завалено, все перевалено. Людей 112 тысяч, зомби 1,5 миллиона, что я уж говорю. Ну, грубо говоря, чуть меньше 1,5 миллионов. Тут они! О, практически на стену... Они на стену смогли забежать! Жесть, это новый уровень. Зомби забежали на стену все-таки. Иногда, смотрите, запрыгивают и начинают даже кого-то кусать на стене. Офигеть, вот это прикольно. Вот это реально прикольно. Если бы вот здесь не было такого большого отряда спецназа, возможно, зомби смогли бы разбежаться по стене. Это все-таки работает. Удивительно. Да, конечно, большая часть все равно бежит вперед и погибает. Но здесь чуваки даже немного покоцанные. Но зомби слишком мало урона наносят. Поскольку зомби бьют вообще? Дай посмотрю. Где-то по 25 урона наносят с удара. Это мало. Ну, по моим расчетам. Так, я толком не понял. Но где-то вроде 25. Забавно. Забавно, забавно. А они тут, даже тут получают урон. Просто стоят. Это нечестно. Зомби не заслуживают получать урона здесь. Оказывается, еще до того, как они добегут, они уже половину хп теряют. А когда прибегают... Там их еще большие отряды встречают. Сурово. Здесь они на стену смогли бы тоже забраться, если бы не вот эти две сторожевые башни огромные. Ой, тут смотрите. Не, но все равно это им не поможет. И на этом, друзья, я думаю, можно заканчивать. Потому что делать битву на час я не вижу смысла. Можно сказать, что люди победили. Ну, потому что нигде зомби не могут прорваться, и люди тогда бесконечности будут продолжать стрелять, 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 стрелять и стрелять. Надеюсь, видосик вам понравился. Пишите свои какие-нибудь предложения, что еще можно попробовать. Может быть, зомби сделать сильнее, может быть, людей сделать слабее. Может быть, проверить еще какие-нибудь другие битвы. Ну, а пока на этом все. Большое спасибо за внимание, за просмотр. До новых встреч, удачи, пока и берегите себя, друзья. Пока. Чао.